Представляю вам соперников, и первый бойца в синем углу. Introducing first, fighting out of the blue corner. Ему 25 лет, рост 171 сантиметр, вес 61,2 килограмма. 25 results, his 10-1 is 71 сантиметр tall, official weight 61.2 килограмм. Его профессиональный рекорд 15 боев, 13 побед, 2 поражения. His professional record 15 bouts, 13 victories and 2 losses. Его стиль MMA. Дамы и господа, из Панкари Сати Кичука. А вот его соперник в красном углу. Ему 32 года, рост 176 сантиметров, вес 61,2 килограмма. Профессиональный рекорд – 42 боя, 30 побед, 12 поражений. Его стиль – самбо и ММА. Дамы и господа, представляющий бойцовский клуб «Ахмат» Россия, встречайте Михаил Малюти. Рефери боя. Сергей Переховский. Выход Михаила Малютина – это всегда совершенно отдельные эмоции, дорогие друзья, поскольку Высоцкий – это Высоцкий. Да. По тому, скажем, да. Который человек выходит, она способна многое сказать о самой личности. Михаил – это боец того поколения. Того поколения, которое мы все прекрасно помним. Ред Девила, еще Ред Девила. 42 боя в этой весовой категории, 61 килограмм. И Михаил, в общем, не собирается пока не прекращать, не останавливаться. И болгарин против него. Сатир Кичуков, 13-2, вполне себе бодро. Другое дело, какого это плана боец. Михаил, мы прекрасно понимаем, прекрасно знаем. Михаил любит бои в стойке. Да, он чемпион России по саньда. Я не очень понимаю, почему его назвали самбистом. Да. Он скорее сандист. Простите, мне любители саньда. Вот. Чемпион России по ушу саньда. Это не все, может быть, знают. Очень хороший вид единоборств. Ударных единоборств, где хорошая работа руками и ногами в стойке и броски переводы в пасы. Это да, это тоже ушу, как его называют, поскольку само понятие ушу, оно очень-очень широкое, и сейчас если начать об этом рассказывать. Это наиболее совершенная китайская единоборство из действующих. Это паркетов. Китайская, знаете, даже вот я единоборство назвать не могу. А 13 форм тайдзи это что? Это единоборство? Да нет. А утренняя гимнастика, которая тоже в ушу комплексе, тайдзи-цю, это же тоже в ушу. Дмитрий, вы меня подают своим интеллектом. Давайте ближе к Малютину. Хорошо, давайте за Малютина. Я просто, нет, само ушу, я помню, меня познакомился с ним Глеб Николаевич Музруков, президент Федерации ушу России, человек, который у нас, наверное, человек, который эту ушу продвигал и продвигает. И я был покорен, потому что там многообразие совершенно дикое. И я, по сути сказать, перед Олимпиадой в Пекине ожидал, что китайцы будут продавливать введение ушу в олимпийскую программу. Было бы логично. Но вот, к сожалению, оно туда не вошло. Ну, Михаил не только сандаист, он уже давно зарекомендовавшийся чемпион разных стилей, в том числе чемпион мира по грэпплингу версии Нага, чемпион мира по некоторым версиям смешанных единоборств, в том числе и М1 командный чемпионат мира. Мира, да. Да, и американских организаций. Вот, человек с богатой историей, имя которого может возглавлять любой карт, и ни у кого это не вызовет никаких вопросов. Мы с ним встречались лично, общались, периодически видимся на каких-то мероприятиях. Вы на сборах с ним пересекались, кстати? На сборах нет, но мы как-то боролись с ним на, по-моему, семинаре Василевского. Вот, оставил очень приятное впечатление в борьбе. Я помню, получилось у меня взять спину и не получилось сдушить, потому что я это делал очень долго и упорно. То есть защита со спины у него настолько. Маршал, я себе уже представляю ваш уровень, поскольку имел несчастье под вас попадаться уже. А к вам на семинар не собирается, у вас же тут рядом что-то, насколько я знаю. Ну да, у меня сейчас в следующую 19-20 числа будет семинар в Екатеринбурге. Вот, я, в принципе, всех туда приглашаю. Более подробную информацию можно найти и на моей странице, и в некоторых других ресурсах. Вот, семинар как раз по единоборству. Вот, сейчас ездим вообще по стране. Для любителей или для профессионалов? Это и для любителей, и для профессионалов. Там будет 2 дня и очень большое количество информации. Мы сейчас вообще стараемся много ездить по России и делать разные семинары. Ну, это «Золотой Витязь», я так понимаю. Да, Федерация «Золотой Витязь», вице-президент, который я являюсь. Ездили в Томск, сейчас поедем еще раз. Приглашают во много мест, также вот летом будем в Питере. Вот. Есть возможность также провести семинар в Уфе, приглашают.
Посмотрим. Сейчас есть много предложений, и мы постараемся, конечно, на все отреагировать и должным образом как бы внести свой вклад в развитие ММА в регионах. Вот. Тем более, что смешанное единоборство у нас сейчас шагает вперед семимильными шагами. Это благодаря именно тому, что много людей в это вкладывается. Мы стараемся быть частичкой этого. Ну, вот данный поединок для Миши характерен. Болгарин старается всячески каким-то образом попасть. Но вот это очень характерно, очень удобная для Миши манера. Поэтому он всегда говорит, давай подеремся своему сопернику с такой улыбкой, давай открытый бой. Да, он любит драться, любит рубиться, у него хорошая сэндаистская стойка. Мне кажется, он достаточно часто пропускает проход в переднюю ногу. Ну, вряд ли это такой прям большой недостаток для человека, который его уровня по работе в партере. Его в партере обычно максимум, что затаскивают, да? То есть просто держат. А прием-то ему, я уж не помню, кто делал. Кстати, я не уверен, что и делал ему кто-то. Вот. То есть Михаил — это действительно уже настоящая, сложившаяся такая отечественная легенда, герой, на которого равняются очень многие. Ну и сейчас представляет клуб «Ахмат». Да, да. Тут, в общем, нет никакого такого... То есть Миша, он русский, православный, и тут нет никакого диссонанса. Ни у кого это, в общем, не вызывает никаких вопросов. Руки держи, подсказывай, потому что там тоже, знаете, не подарочный вариант. Кичуков попал, несколько раз попал довольно чувствительно в нос. Ну, попробовать сейчас что-то, говорят, за 10 секунд. Ну, есть еще, да-да-да, есть проход, единственное, что... Отлично. Отрывай, хорошо. Отлично. И держи. Хороший вариант перевода от стены, когда часиками скручиваются ноги в сторону. Хорошо. Болгарин тоже чувствуется такой хороший, подготовленный. Вот вы знаете, на чем я себя поймал? Очень приятно видеть конкурентный бой. Да. Вот, очень приятно. И вот соперник Болгарин, видно, что тоже готов драться. Может быть, не побеждать. Михаил, конечно, очень высокий уровень боец, да? Но, тем не менее, показывает поединок, не теряется. Происходит действительно такое противостояние, да? Вот. Есть спорт. Интересно. Мне что понравилось, то, что один из первых проходов, который Михаил исполнил, понял, что соперник хорошо себя чувствует с точки зрения контроля центра тяжести, понимает, что не получится передавить, что уже спиной уперся, и дальше надо будет или много сил тратить на сваливание, непонятно зачем. Сразу ноги отпустил, это, конечно, опыт. То, что мы знаем, что первое правило прохода – иди до конца. Взялся, ломись через соперника, но там у всего этого ломись вполне есть определенные пределы. Это все нарабатывается на тренировках. Следующим ты ставишь себе задачу делать на шаг, на метр дальше проход, чем ты видишь человека. То есть не из точки А в точку Б, а из точки А в точку С. Это очень важный навык, который, если ты не наработаешь на тренировке, то ты не сделаешь это все в ринге, в клетке. Ну и плюс вот этими все-таки двумя проходами Михаил, он себе преимущество определенное обеспечил. При прочих равных... У Миши задача победить, и если он здесь проведет всю дистанцию, то тоже будет здорово, потому что пока он показывает хороший поединок. Он ничего не дает Болгарину толком сделать, и полномерно забирает себе очки, забирает себе поединок. Молодец, здорово, вот это вот работа профессионала. Он не кидается просто вперед, он делает все очень грамотно и четко. Вот единственное, что меня чуть удивляет, Михаил практически не использует ноги. Практически. Ну, значит, не чувствует, что ему это нужно. У него достаточно неплохие руки, он быстро ими работает. Несмотря на то, что он достаточно взрослый спортсмен для этого веса, да, он хорошо работает на руках. Я думаю, что у него хорошая подготовка именно бокса. Я не знаком с его тренировочным процессом, но я в этом более чем уверен. Ну и, кстати, сейчас обратите внимание, Кичуков вполне... попал левый сбоку. Отлично, на отходе, хорошо. У Миши отличный правый, прямой, боковой. Ну, контри. А здесь он также здорово сработал левый. Ну, очень приятно это смотреть. У меня сейчас... Поплыл. Душа радуется, приятно. Сейчас он обрезает траектории. Сейчас до сих пор ноги болтаются еще. Обратите внимание на работу по срезу углов. То есть он не просто идет, как кошка за мышкой, он режет эти углы. То есть соперник идет вправо, и Миша идет вправо. Не просто за ним, а как бы перекрывая, перерезая угол.
Вот он уже, значит, прочувствовал его и начинает загонять. При этом, видите, он правильно делает, что не бросается просто сразу добивать, потому что тогда соперник просто встретит его вот таким вот правым прямым навстречу. Видите, он чуть подсел, подсажен, заряжен на удар с правой. Вот, и это может плохо закончиться, например, в последнем бою Дэна Хендерсона. Где водородная бомба вернулась. Видел очень смешной демотиватор на эту тему. Дэн Хендерсон вот после боя с Тимом Бучем, да, и со всеми поясами и подпись «Спасибо деду за победу». Забавно, да. Да. Дед реально всех порадовал. Вот, ну, к нашему противостоянию. У болгарина иногда получается попадать своим левым джебом. Вот, не помню результативных ударов справа, ну, все может быть. Вот видите, вот в основном входит именно левой рукой заходит. Причем раз за разом. Левый на скачке, боковой, конечно. Миша нокаутирующий, как мне представляется, удар именно удар справа. При том, что нокаут в этом весе, это вообще вещь не очень простая. Так. Попался. Ага. Ну, имея такое преимущество, в общем-то, можно разочек себе позволить, наверное, попасться. Вот. Главное, чтобы сейчас это... Ну, с опытом Михаила, я думаю, все нормально будет. Интересно, да, что он будет делать? Вставать или работать внизу? Из угла подсказывают «вставай». Ну, согласен. Мы не знаем, какая установка у самого Михаила. Ну, не вот, всегда вот, секунданты, вот, кстати. Вот он. Ага, он, ну, решил, молодец, отлично. Вот сейчас это такая ошибка болгарина, и... Видимо, Михаил спровоцировал его на эту ошибку, и болгарин ее сделал. Да, половина боя позади. Михаилу явное преимущество. Вот. Я думаю, что здесь, может быть, нужно немножко конец этого раунда... Ну, немножко поработать. Чуть более агрессивно. Может быть, вашим... Я думаю, что можно было бы ему и постоять, подышать. Просто поработать на джебе, но точно. Ух ты. А что это у Миши руки стали подпускаться? Это не всегда показатель того, что спортсмен устает. Знаете, некоторые... Да, пропустил сейчас. Некоторые бойцы используют такой элемент, что называется НЛП. Они начинают опускать руки. Зачем они это делают? Для того, чтобы соперник тоже начал это делать. То есть мы очень часто... у нас есть сознание, подсознание. То есть подсознательно считываем реакцию и повторяем реакцию соперника. То есть мы сами начинаем расслабляться, опускать руки. Ну, ты опустил руки, твой соперник расслабился, опустил. И ты его резко рубанул. Некоторые спортсмены работают так. Характерная больше для игроков манера, с которыми в это как раз играться нельзя. Пожалуй, вот сейчас неплохо с правой. Принял. Нет, почему принял? Он, принял в смысле соперника. А, это мы вернулись. Ну, куда ты в проход мимо? И контроль. Накрыл получится. И здесь фаза, легкая фаза добивания. С гонгом. Хорошо. Нормально. Здесь, конечно, прекрасный вот этот середина раунда. И здесь левым болтанул. Хорошо болтанул левым сбоку. Чуть потек нос у Михаила. Ну, это, конечно, не говорит ни о каком ни переломе, ни еще чего-то. Это ерунда. Тут предлагаю зрителям на это не обращать внимания. Самая такая штатная вещь в единоборстве. Часто может там просто сосудик лопнуть или еще что-то. Ничего не значит. Кстати, как и вот подобные вещи. Я помню, на половине тренировки, еще даже по греко-римской борьбе, после тренировки отлевывался кровью, это ничего не значило. А что такое, прикусывали десна? Ну, либо прикусывается язык десна, либо просто тебя там как-нибудь бросили, у тебя какая-то микротравма, да, появилась, сказалась. Походишь, поплюешь кровью, и, в принципе, все нормально, не страшно. Ну, вот рецепт того, как надо выходить из тренировочного процесса. Процесс заминки был сейчас детально озвучен моим коллегой, маршалом Стручуком, дорогие друзья. Походишь? Поплюешь крови, все у тебя будет нормально. Да нет, ну это действительно ерунда. Многие вещи, конечно, которые кажутся там обывателям страшными, для подготовленных бойцов их даже не почувствуют. У меня за последние полгода, например, отрос вот этот ноготь. Я совершенно не заметил его отсутствия, хотя его не было. Отрос вот этот, погоди, я думаю, палец. Я думаю, ничего себе, что регенерация у нас теперь делает. Я не настолько хорошо знаком с современной медициной, чтобы позволить себе такие вещи. А вот ноготь прорастает естественным путем.
Ну что, есть проход, контроль и работа. Хорошо, кстати, вначале здесь имеет смысл. Первый раунд за Михаилом однозначно. Второй 50 на 50. 50 на 50 был нокдаун, с одной стороны. С другой стороны, был перевод в исполнение. Честно, нокдауна я не заметил. Ну, были попадания определенные, мне кажется, я так сказал. Мне кажется, было. Нокдаун такая вещь неопределенная. Ну, а здесь, да, здесь номинально. Его никто, понятно, не считает и... Выглядит просто сбил, не сбил. На мой взгляд, сбил. Левым сбоку, он тогда посадил его на 4 точки. Вот я за что еще люблю легкие веса. За то, что всегда высокая динамика. Всегда высокая динамика. И всегда интересно смотреть. Если тяжеловесов интересно смотреть за счет их мощи, то легковесах за счет их скорости. Совсем легкие веса. Мне почему-то сейчас вспомнился, конечно, ну, не вес 62 килограмма, а бой именно Крюшкова финала Гран-при Беллатора. Ой, что он, какие чудеса он там творил. Любой удар бери и прям в любой самый ставь. Ну вот томская школа нашего прославного Александра Шелеменко, это вообще, как бы это сказать, филигранное, это, наверное, точное слово, работа ударной техники. Выносливость, ударная техника — это все наша омская школа, Александр Шлемин. За что ему низкий поклон, потому что он вообще эти вещи привез в Россию. Его блог очень популярный, да. Вот мы все спортсмены стараемся вести какие-то свои блоги, страницы, там, Facebook, ВКонтакте. Особенно те, кто позиционирует себя как тренер. Да, конечно. В первую очередь. Не, ну разумеется, и у меня, и у других бойцов все это есть, тренеров и прочее. Но есть люди, которые действительно вкладывают новые знания. И одним из этих вот людей был Александр Шлеменко, который, ну, огромную просто, ну, целую базу принес в Россию. Саша, благодаря началось, своему. Наверное, да. Он большой педагог для наших смешанных единоборств. Вот, и за что ему, конечно, низкий поклон, вот, от всей нашей земли. Что касается Михаила Малютина, сейчас он прочувствовал соперника и хорошее отбивание с левой руки, туда влетают прямо. Уже не первый раз вижу у него вот этот прием. Был такой на поединке, если не ошибаюсь, когда он дрался на Федора Монсона в Москве. Давненько, правда, уже было. По-моему, с голландцем. Могу путать турнир, но не суть. Он уже так захватывал руку за спиной, и это ему помогало наносить, соответственно, очень чувствительные... Ну да, это вот та фишка, которой он очень-очень хорошо пользуется. Отличная вещь. И, в общем, я не видел много у кого, кроме Миши, вот таких вещей. Хотя не очень сложный прием, надо просто о нем вспомнить. Вот большинство вещей, они даже не только сложны, так как-то технически невероятно или еще что-то. Ты просто забываешь об этом. Об этом нужно еще уметь нажать те клавиши и сделать это в бою. Ты можешь в зале уметь очень-очень много, а в бою у тебя будет получаться один прием. И сейчас посмотрите, с самого начала раунда, буквально на первых секундах, проход и активнейшая работа в партере на диком совершенно количестве физики. Очень интересно. Отлично, просто класс. Вот видите, опять тот же момент с рукой. Прихват, причем как получается изнутри. Да. Так вот, да. То есть отключение, вот, больше я не могу припомнить, кто так у нас еще делает. Там никто. Если не ошибаюсь, Марат Гафуров. Но могу и ошибаться. Не помню число. Мне почему-то так кажется. Не все бои его помню, но не суть. Есть такое очень интересное видео, где Михаил Малютин, представитель смешанных единоборств, соревнуется с чемпионом России по бодибилдингу в кроссфите. Очень интересное видео. Даже не знаю, догадаетесь ли, кто победил в этом противостоянии. Я себе слабо просто представляю соревнования по кроссфиту. Тайну открою для меня. Некий набор там действий. Кто сделает эффективнее. Я точно уж не помню, что это было. Но видео интересно. Ну а до конца этого поединка, очень интересного, динамичного, остается 30 секунд. И пока все идет к тому, что Миша одерживает хорошую, уверенную победу. Это вот в том числе показатель класса. И, наверное, первый поединок, пусть, может быть, не самый зрелищный и понятный. Ну, я бы поспорил. Я думаю, что... Нет, для меня-то этот поединок более чем зрелищный, потому что активная работа, не отстаиваются, люди не лежат. От этого поединка я получил наибольшее за сегодня пока удовольствие. Соглашусь, потому что все-таки конкурентные бои, мы с вами прекрасно понимаем, их смотреть намного интереснее. Здесь, вы знаете, я думаю, что Кичуков не сможет сопротивляться данной
есть просто столько. Да, поймав да. на голову хорошую банку в втором раунде. И в третьем, Михаил, посмотрите. Вот это, конечно, профессионал. Умение прибавить. Умение... В третьем раунде. Ой-ой-ой. Что мне всегда нравится у Миши, это приоритет победы. Он всегда старается побеждать. То есть не просто там делать какие-то глупости, еще что-то. Он очень большой профессионал вот именно в плане победы. Вот, и поэтому в том числе у него так много и поясов, и титулов, и званий. И дай бог, это еще не конечный список. Вот, да. И у него еще есть и шансы. Он, например, хочет попасть в UFC, все может быть. Ну, жизнь, она такая штука довольно сложная. Но я так скажу, что я был бы и рад любым его боям и развитию карьеры здесь у нас на родине. И это тот человек, которого нас хотят видеть. И я всегда с удовольствием смотрю его поединки. Ну, тем более, да, тем более Миша как человек довольно открытый, общающийся открытый, много, приятный, много с кем. Легко, комфортно общаться. Да, и абсолютно не пафосный. И никогда не делает секретов ни своей подготовки, ни своих боев, ни с того, что он, в общем, думает и говорит. И не случайно, поэтому его смотрит большое количество поклонников. Вот ему персональный привет от Софьи Горчаковой. От Софьи Горчаковой. Ну а что там, давайте передавать тогда уже от нас, друзья. Дмитрия Бобцова, маршала Савчука. Ребят, Миша поклонник. Бой отличный получился у Михаила. Это один сплошной плюс. Главное, очень хорошая работа. Единогласным решением судей победу одержал. And your winner by unanimous decision Михаил Бобцов. Молодец. Спасибо за бой, Миш. Прекрасно. С Богом, да, с победой. И спасибо Сатиру Кичукову, который закатил действительно поединок. Да, молодец. Смотрелось. И в стойке я не могу сказать, что вот он уступил там сильно много. Я надеюсь, будут приглашать его еще. И он раскроется перед нами как боец новых сторон. И, кстати, он показал, что в квартале тоже очень не теряется. Ну, а вот это был определяющий момент боя, на мой взгляд. Да, я согласен. Это Илья, сын Михаила Малютина.